Губернатор Александр Никитин проинформировал первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хутуова о ситуации в регионе в сфере агропромышленного комплекса. Неудачно перезимовали всего 2% озимых. Посевная кампания идет полным ходом. Посеяно 520 тысяч гектаров яровых культур. Это более 40% от запланированного. Агропромышленники активно пользуются мерами господдержки. По складским запасам. Они превышают запасы в торговых сетях, все расчетные нормы достаточно для обеспечения потребностей населения области. По крупным предприятиям агропромышленного комплекса, по пищевым объектам пищевой и перерабатывающей промышленности. То же самое, ежедневный контакт. Предприятия агропромышленного комплекса работают в плановом режиме, проводится своевременная дезинфекция, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Риски закрытия предприятий АПК, как отметил глава региона, отсутствуют.